Все, приехали. Кольцо. Что, денег нет? Вообще нет. Ну не полицию же мне вызывать. Пусть сам из полиции. Мне на работу надо. Мне там девушки. Слушайте, а чего вы все молчите? У вас что, бойкот, что ли? Находят на непонятной квартире убитого лакера из местного отдела из собственного табельного оружия. Тут ты такой красивый лежишь с его ПМом в руках. Еще не говоришь, как ты там оказался и что вообще произошло. Да я не помню. Я увидел этого жмура, потом на кухне увидел второго. Тут в 78-м целую семью убили. Маша, здесь еще один свидетель, Маша. А я когда-нибудь сюда приходил? А ко мне нет. Вы же теперь не остановитесь, пока правду не узнаете. Уверовала. Начните сначала. Я всегда так делаю, если в тупик захожу. Кто-то упорно пытается найти в моей квартире что-то. Как вы это объясните? Что вы делали 20 минут? А как вы сюда попали? Я адрес на работе узнала. А вы не помните эту машину? Ну, цвет точно красный. Низкая такая, на спортивную. Вы боитесь, что это вы его узнали? Ну, на утро. Полистай пока. Может, помощь что? Мне не нужна твоя помощь. Не уйти. Хочешь сказать, что убийца один и тот же человек? Монстр может породить только такого же монстра.